Сооснователь Википедии Джимми Уэллс запускает новое онлайн-издание. Его новый проект под названием «Вики-трибьюн» нацелен на борьбу с фейковыми новостями путем привлечения профессиональных журналистов к работе волонтерского сообщества онлайн-издания. Для того, чтобы обеспечить должное финансирование первоначальной команды журналистов, 25 апреля «Вики-трибьюн» запустили краудфандинговую кампанию. Объясняя главную идею проекта, Джимми Уэллс отметил: «В этой индустрии работает множество новостных порталов, и я думаю, им хотелось бы заработать денег и нанять журналистов, которые работали бы по принципам криптосообщества».